сегодняшнем мастер-классе мы сделаем нарядные валенные бусы с узором из разноцветной шерсти. Используем розовую, черную и белую шерсть и иголочку для валяния под номером 38. Также нам понадобится обычная поролоновая губка. В магазинах рукоделия продаются специальные губки или щетки для валяния. Отрываем небольшое количество шерсти и скатываем ее в ладонях, чтобы немного приблизить к округлой форме. Затем берем иглу и начинаем валять, формируя бусину. Иголка скрепляет между собой шерсть, которая постепенно приобретает нужную нам форму. Это так называемый метод сухого валяния. Немного терпения, и клочок шерсти превращается в плотную розовую бусину. Если после уваливания вам кажется, что бусина слишком маленькая, можете смело добавить шерсть и продолжайте уваливать, пока бусина не станет достаточно плотной и круглой. Мы достигли более-менее правильной формы. Далее отрываем немного белой шерсти, таким образом, чтобы можно было скатать импровизированную веревочку. Прикрепляем конец веревки к бусине и приваливаем его. Аккуратно заворачиваем по спирали. Приваливаем, чтобы закрепить узор. Продолжаем формировать спираль равномерно по всей поверхности бусины. Конец спирали приваливаем с противоположной стороны. И вот, что у нас получилось. Делаем еще один такой же шарик. Для украшения следующей розовой бусины выбираем черную шерсть. По такому же принципу скручиваем веревку для узора. Приваливаем нить так же, как в предыдущих бусинах. Формируем аналогичный спиралевидный узор. Получаем еще одну симпатичную бусину. Дополним нашу композицию черной бусиной. Валяем таким же образом. Для узора выбираем розовую шерсть. Формируем спираль. Постепенно уваливаем. Есть! Готовим еще одну черную бусину с белым узором. Для нашего ожерелья сделаем по две розовые бусины с черным узором. Черная с розовым, розовая с белым и одну черную с белым узором. Она будет в центре ожерелья. Далее используем обычную швейную иголку с белой или светло-розовой ниткой. Подбираем дополнительные аксессуары, чтобы украсить наши бусы. Мы выбрали ажурные обниматели для бусин в форме цветка, которые будем использовать нетрадиционным способом. Соединив две детали, получаем импровизированную бусину. Продеваем иголку с ниткой. Затем в обратную сторону, чтобы образовалась небольшая петелька. Завяжем узелок, чтобы зафиксировать бусину. Затем прокалываем шерстяной шарик и нанизываем его на нить. Чередуем шерстяные и металлические элементы. Валенные бусины нанизываем в том порядке, в котором мы выложили их на столе. Как красиво получилось! С противоположной стороны делаем такую же петельку. И последний штрих – используем тонкую белую ленточку для завязки. Продеваем в петельки. Осталось завязать бантик. Такое оригинальное украшение дополнит ваш элегантный образ или станет прекрасным подарком, сделанным своими руками. Оставляйте комментарии и присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные мастер-классы по созданию стильных украшений и аксессуаров.